Всем здравствуйте! Сегодня будет распаковка моей третьей посылки от интернет-магазина Мыло Опт. Посылочка вот в таком пришла коробочке. Здесь 5 килограмм моего счастья. Конечно, посылка уже была открыта на новой почте. Мы всегда открываем посылки и проверяем, что все было целенькое, потому что были уже прецеденты с новой почтой, когда посылки доезжали немножко поврежденными, не от этого интернет-магазина. Но, в принципе, этот опыт научил нас проверять посылки на почте, сразу не отходя от кассы, так сказать. И давайте посмотрим поближе, что тут. Прошу прощения за качество съемки. Посылка у меня не помещается на столе никак в кадр. Поэтому, так сказать, прераспаковку я сделаю так, с немножко дрожащими руками. А потом перемещу все это на стол и покажу подробнее, расскажу, что для чего я заказала. Посылку перезаклеили, чтобы не испортить мне первое впечатление. Итак, что здесь? Уже вижу наклеечки, люфа, формочки. Я уже подготовила ящичек, в который буду все перекладывать. И что у нас здесь? Формочки. Люфа. Это мыло. Снова заказала кое-какую тару. Это накладная, скорее всего. Здесь всякие активы, пептиды. Еще твердая мыльная основа. Я заказала с маслом манго. На первый взгляд она довольно твердая и прозрачная, оливковая. Все, ящичек пуст, а это значит, что переходим на стол. Итак, у меня собралось два таких ящичка, один крупнее. Здесь у меня мыло и разнообразные красители, отдушки, добавки для мыла. А во втором разнообразные активы для косметики ручной работы и не только. Также я заказала два листа наклеечек. Вот такой вот лист. Сделано с душой. Качество печати хорошее, но единственное, наклейки без ламинации глянцевой. Поэтому они матовые. Просто учитывайте это. И второй с такими розами. В каждом листе по 30 наклеечек. Честно говоря, думала, что листы будут больше, но ничего страшного. Были вложены заботливо вот такой вот файлик, чтобы не помялись, не испортились. По поводу тары. Заказала 10 флаконов пенообразователей. Честно говоря, не помню, какой у них объем. По-моему, 60 миллилитров. Нет, 80. Заказала 10 таких флаконов. Они были все в пакетиках дополнительных, чтобы не поцарапались друг об друга во время транспортировки. То есть здесь видно, что позаботились о том, чтобы товар доехал в отличном виде. Этот ящичек пока отставлю в сторонку, чтобы он мне не мешал. И приступим к вот этому большому. Что же у меня здесь? Заказала две силиконовые формы «Любовное настроение».
Одну буду использовать для пищевых целей, другую для непищевых, для твердых духов, для мыла и для чего, собственно, придумаю, возможно, для эпоксидной смолы, но это не точно. Также хочу сказать, что заказала не только компоненты, но и готовую, так сказать, косметику. Заказала на пробу три разных альгинатных маски. С золотым маслом органы, с лимоном и черной глиной, а также с ананасом и папайей. Все разного цвета, все разного вида. Здесь, как всегда, на этикеточке написан грамм, срок годности и производитель. Буду пробовать. Вернемся к мылу. Заказала натуральную губку Люфа. Это называется. Она пришла в таком вот виде сложенном. Ее нужно разрезать и размочить, прежде чем добавлять в мыло. Ну, в принципе, я думаю, можно мочить и пользоваться и так. Заказала три таких крупных кусочка, чтобы сделать подарочное мыло с люфой. Следующее. Заказала набор красителей для мыла гелевых. Здесь в наборе 5 штучек. Входит синий, зеленое яблоко, красный, желтый и фиолетовый. Это был наборчик. Также заказала отдельно те, которые не входили в набор. Это розовый и золото. И заказала еще повтор фиолетового Grapes, потому что сильно люблю фиолетовый цвет. Но потом я поняла, в чем была моя большая ошибка, так как я не профи, я только новичок в мыловарении. Эти красители мигрируют. Это значит, что если вы будете раскрашивать мылом какие-то отдельные детали, то со временем краситель мигрирует и он испортит немного внешний вид. Но для мыла однотонного вполне они подходят. Вот эти красители, вот этот наборчик, я им лично пользоваться не буду. Я его подарю девочке в наборе для свечного дела. Это будет моя следующая посылка. А вот эти вот три оставлю себе и буду использовать с формой для мыла зефирка, например. То есть буду окрашивать однотонное мыло, где не особо принципиально какой там мигрирующий или не мигрирующий краситель. Следующее, что я заказала, это две отдушки. Заказала Монпасье и зеленый чай. Я раньше брала отдушки в этом интернет-магазине, поэтому решила разнообразить. Взяла такой универсальный зеленый чай, который планирую использовать и в косметике. А Монпасье, мне просто стало интересно, что это за запах. Я даже не могу вообразить, что это. Поэтому будем открывать и нюхать. Кстати, прямо сейчас. Зеленый чай очень нежный запах. Потрясающий. Вот как зеленый чай. Вот как Липтон в бутылке зеленый чай. Вот только еще лучше. А Монпасье. Открывайся. Монпасье так пахнет конфетками какими-то. В концентрированном видео мне не очень нравится. Ну, в принципе, да, конфетки какие-то. Нарисованы конфетки и пахнет конфетками.
Чем больше я пытаюсь понять, чем оно пахнет, тем меньше начинаю это понимать. Поэтому отставим пока. Заказала еще вот что. Гликолевые экстракты сирени, папайи и чабреца. Значит, сирень идет с УФЭ защита назначение. Папайя активизирует выработку коллагена. И чабрец для упругости кожи. Буду, скорее всего, чабрец использовать в мыле. Увидела на YouTube-канале магазина мастер-класс. Именно было мыло с люфой. Если найду ссылочку, оставлю в описании. Там девушка его использовала, добавляла как дополнительную добавку в мыльную основу. Также заказала, собственно, мыльную основу. Заказала чисто попробовать себя в этом деле. С маслом манго, килограмм, белая основа. Значит, срок годности у нее, она будет годна еще 1,5 года. От момента съемки. Значит, заказала прозрачную с оливковым маслом Neri Olive. Кстати, вот эта основа была белорусская, а вот эта украинская. Мне чисто понравились, я же говорю, ничего не пробовала. Вот эта, кстати, основа, она, мне кажется, немножко мягкая. Хотя нет. Нет, я ошиблась, она тоже твердая достаточно, все в порядке. Заказала попробовать, не знаю, что лучше. Также еще взяла для разнообразных сахарных скрабов кремообразную мягкую мыльную основу производства Англии. Тоже у нее срок годности 1,5 года. Вот в таком вот ведерке ее упаковали. Да, она сразу видно, что отличается по внешнему виду. Буду пробовать. Все обязательно надо пробовать. С мыльным набором это все. Поменяем местами. Что же притаилось в этом ящичке? В этом ящичке начнем с пакетиков. Самый маленький это эмульгатор Alivem 1000, 25 грамм. Производство Италия, срок годности тоже 1,5 года. Следующее это 100 грамм цитилстериловый спирт. Долго думала, что взять в качестве соэмульгатора. И взяла его. Также здесь у меня гидролаты. 3 гидролата, яблоко. Производство Украина. Годен до 7.21. Зеленый чай. Производство Украина. Годен до 6.21. 50 миллилитров. Гидролат граната. Тоже производство Украина, срок годности 7 месяц 2021 года. Базовые масла. Масло макадамии. Производство Германия. Дата до 7.21. 1,5 года. Масло зародыши риса. И также взяла минеральное медицинское масло. Его я взяла для духов, масляных духов. Наверняка хоть раз в жизни вы видели вот такие вот масляные духи. И с помощью минерального масла я попробую что-то такое повторить для своего мастер-класса по духам, который скоро выйдет на канале. Также я купила депантенол.
для косметики. Актив Гликодерм 5 грамм. Сейчас на сайте на него очень хорошая скидка, практически полцены. Поэтому почему бы не взять? Также взяла актив B5, комплекс витаминов B5, ППС и гиалуроновая кислота 10 миллилитров. Консервант. Остановилась на Эуксил ПЕ9010. Хочу еще приобрести Косгард, но пока буду пользоваться этим. Считается, что он один из зеленых консервантов, разрешенных в Европейском Союзе. Попробуем. Также на курсе, где я ходила, мы тоже его использовали. И взяла два пигмента для помады, фиолетовый и розовый. Раньше я брала пигменты в другом месте, и там не было ни фиолетового, ни розового. Хочу попробовать сравнить. Вижу, что фиолетовый он такой жидкий, а розовый, наверное, придется немножко разбавить глицерином. Хотя посмотрим. Срок годности у розового пигмента до 10 месяца 2020 года. У фиолетового термин придатности пишет необмеженный. Ну ладно. Это было видео, посвященное моей третьей посылочке от интернет-магазина Мыло Опт. Вторую посылочку, распаковку я записывать не стала, так как в моем заказе было всего две позиции. Это были вот такие вот баночки 30 миллилитров. Достаточно большое количество. И эфирное масло лавандовое. Масло я уже отдала человеку, для которого его заказывала. А баночками я пользуюсь для упаковки своих кремов. Работая интернет-магазина, я очень довольна. Мне нравится у них заказывать. Очень большой ассортимент, очень большой выбор. Также меня устраивает все по доставке. Большое спасибо магазину. Спасибо всем за внимание.